Привет, зайцы! Меня зовут Ксюша, и следующие 3 минуты, я надеюсь, мы проведем вместе. В этом видео я хочу показать вам простой и быстрый способ рендеринга в Blender. Я часто использую именно этот метод, и в качестве примера я буду использовать одну из своих работ. В версии 3.0 настройки по умолчанию довольно оптимальные, поэтому самая важная часть – это освещение. Для начала я перехожу в настройки рендера и меняю движок Eevee на Cyclos. Теперь необходимо добавить основной источник света. Перехожу в настройки мира и меняю дефолтный серый цвет на текстуру окружающей среды. Теперь выбираю панорамное изображение. Ссылку на мою любимую HDRI карту я оставлю в описании под видео. В настройках рендера устанавливаю прозрачный фон. Добавляю еще один источник освещения – солнце. В его настройках прибавляю интенсивность и смягчаю тени. Затем немного поворачиваю солнце. Чтобы усилить эффект солнечного света и добавить контрастности, немного убавляю интенсивность окружения. И еще небольшой совет. В настройках рендера есть пункт управления цветом. Здесь можно выбрать несколько вариантов контрастности. Чаще всего я использую что-то среднее, но есть и хардкорные варианты. Такой результат у меня получился. Туториал по созданию этого милого персонажа будет в описании. Была рада вас занять. Всем пока!